Так, гражданин Кудряшов Павел Александрович, вчера вы были пойманы сторожем Головинского кладбища в 5 часов утра, если быть точнее, в 5 часов утра, 21 минуту, в неадекватном состоянии, с окровавленным ножом в руках. Неподалеку, ко всему прочему, от разрытой могилы некоего гражданина Хмелькова ДП. Рядом еще лежал труп Сергея Николаевича Лисовского. Наш психиатр утверждает, что вы наконец-то пришли в себя и можете давать показания. Не знаю, так ли это. Итак, что вы делали на кладбище? Я убил Сергея, а могилу мы разрыли, чтобы достать бриллианты. Судите меня! Подождите. Как это вы убили Сергея? Вы же утверждаете совершенно обратное. Зарезал. Точно ли это? Точно. Чем вы пытаетесь меня запутать, Павел Александрович? Я ведь не первый год следователь. Я вижу, как меня пытаются запутать. Сергея проткнуло веткой. Веткой дерева, на которое его бросили. А уже оттуда кровь попала на лопату. Что нож тут вообще ни при чем. А вы явно путаетесь в показаниях. Нет, я клянусь, я лично сам его кинул на дерево. Вы явно что-то не договариваете. Говорите правду, гражданин Кудряшов. Мы уже установили, что не могли убить его таким образом, чтобы тело оказалось на такой высоте. Там был кто-то еще.
Зачем вы пытаетесь его выгородить? Лучше скажите правду. Мы понимаем, что, скорее всего, то, что произошло, светит на духу. Вы очень не хотите в духу. Так ведь? Ваши показания важны. В том виде, в котором они есть. Как бы они странно не выглядели. Хорошо, я расскажу. Я являюсь черным копателем уже несколько лет. Сергей был вторым охранником на том кладбище. Поздно ночью я приехал на предпоследнем поезде метро на станцию Водный стадион. Далее дошел до входа, где меня уже ждал Сергей. Он сообщил мне, что сунул водку своему коллеге, и тот точно до раннего утра не должен был нас беспокоить. Мы пошли к могиле Хмелькова ДП, в которой, по словам Сергея, у трупа были золотые зубы. Мы подошли, а могила уже была разрыта, а гроб и тело исчезли. А потом... Что было потом, Павел? Оно смотрело. Что оно, гражданин Кудряшов? Что с вами происходит? Это был свет. Стало светло. Это шум. Это свечение. Я видел, как даже мертвые восстали. Я видел, как оно сбросилось, как я смог. Я видел, как оно было не из нашего мира. Оно забрало останки Хмелева. Оно сделало это Сергеем. Я лежал. Оно смотрело прямо на меня. Занесло свою руку и задушило меня. Я притворился мертвым. А еще я слышал, как мертвые разговаривают. Но это было уже, когда солнышко появилось. Вот и все. Ну что ж, дверь закрыта. Товарищ следователь, а к чему этот вопрос? Спасибо за показания, гражданин Кудряшов. Спасибо. А? Что? Кажись, опять галлюцинация. Я ведь опять сам себе предсказываю этот случай полугодовой давности. Хорошо, что я тогда сбежал с кладбища. Эй, в чем дело? Где фонарик? А, вот он. Я даже взял лопату и зарубил ею ворону. Наш патологоанатом... Зачем вы пытаетесь меня запутать, Петр Александрович?
Человек, который обслуживал его очень долгое время. Я повторяю, его нельзя использовать. Он имеет 80% повреждений. Еще и течь. Вы понимаете, что ремонт нельзя откладывать? Вам может случиться все, что угодно. Я, конечно же, был бы рад принять пассажиров из Карамзина. Но я думаю, вы и сами понимаете, что это очень рискованная операция. Я при всех свидетелях говорю, я снимаю с себя всю ответственность. Что с ними может случиться во время плавания, я не знаю. Но может случиться с ними все, что угодно. Я вам это гарантирую. Десять человек погибли, и еще около десятка пострадало в результате взрыва катера около города Сартовала. Катер Андрей Первозванный переправлял туристов с теплохода Николай Карамзин в город, когда посреди пути неожиданно у него взорвался двигатель, после чего судно пошло ко дну. Большинство пассажиров успели спастись, однако 10 человек, к сожалению, погибло. На данный момент выясняются причины трагедии. Задержан молодой техник, который обслуживал катер буквально за сутки до трагедии. А также руководство компании, которой катер принадлежал. Мы будем следить за развитием событий.
Однажды я всего лишь ехал по дороге домой и ничего не предвещало беды. Но случилось то, что случилось. Я оказался в этом незнакомом для меня мире. Здесь все не так. Здесь нету привычного нам понятия времени. Здесь нет привычного нам понятия тела. Здесь есть только твой внутренний мир, который выплескивается наружу через призму реальности. Я долго пытался найти выход, но тут не существует такого понятия, как вход и выход. Есть только вечный тлен и осознание того, что ты здесь навсегда. Успокаивает лишь то, что я не один такой. Что за сайт-то? Гляну-ка я. Делать все равно нечего. Дома нету никого. На стримах никто не донатит. Спать-то охота. Ладно, вздремну-ка я немножечко.
Сейчас вообще. Вот это мне приснилось. Причем интересно то, что аккурат, как я зашел на этот сайт. Так. Отправлю-ка я ссылочку на него друганам своим. Пускай тоже кайф получит. Эти дураки повысили интерес к этой местности. Теперь здесь однозначно будет пропадать гораздо больше людей, а я поимею небольшой профит со всего этого.
Земля, 2021 год. Вся жизнь шла своим чередом, но никто не подозревал, что всех нас ждет самый настоящий инопланетный ужас. Ну и улица. О, десяточки. Как раз на проезд на трамвай хватит. Ну конечно же, я эти десяточки верну. Верну, конечно, эти десяточки. И загадаю желание. Ну все, загадал. Надо бы передохнуть. О. Слушайте, земляне, вы многие века совершали надругательские акты над нашими сородичами. Пора положить этому конец. Туалеты в атаку! Да, вот это называется повезло, так повезло. Господи, что тут происходит? Надо убираться отсюда, срочно. Дело было летом 2010 года, когда я посетил поселок У Московской области. Причина приезда была проста. Я приехал в гости к другу.
Первое, что мне бросилось в глаза, так это наличие числа 13 в том или ином обозначении. Но и это еще не все. Когда я пришел в местную церковь, я с удивлением обнаружил, что в ней почти нет прихожан, что довольно-таки странно для нашей-то страны. Да и для местности тоже. Изначально я не придал этому значения, но постепенно, все дольше находясь у друга, я начинал чувствовать эту странную, непонятную для меня атмосферу этого поселка. Мне казалось, что за мной все время кто-то следил, а по ночам раздавались очень странные звуки. Изначально я этому не придавал значения, думал, что перепил или еще чего-либо. Да и все-таки застройка тут довольно-таки плотная. Но в один момент мое мнение изменилось. Как-то прогуливаясь все около той же церкви, а потом и по другим частям поселка, я случайно обнаружил никому не нужный телефон. Прямо посреди местности лежал чей-то телефон. Я его, конечно же, взял и решил вернуть владельцу. Но из чистого любопытства решил посмотреть, есть ли на нем что-нибудь интересное. Куда я попал? Куда я попал? Спасите меня. Помогите мне. Домой. Именно это я услышал от своего друга. Он сказал мне, чтобы я ехал домой как можно скорее и не вспоминал про то, что увидел. Я сел в ближайшую электричку и поехал домой, подальше от этого поселка. Как впоследствии я узнал из интернета, на территории этого поселка есть своя резиденция у масонов. А что уж они там творят, я не знаю. Сегодня днем была совершена провокация в адрес нашей страны. Мы подобного не потерпим. Мы будем отвечать и отвечать очень жестоко. Слава Арстоцке! Смерть врагу! Нам сказали, что это будет быстрая победа. Нас уверяли, что все закончится очень быстро. Нам говорили, что после этого мы будем жить долго и счастливо. Но что в итоге? Что в итоге? Да, мы победили. Но победили какой ценой?
Все, что нам досталось, это руины. Одни руины и ни единой человеческой души. Атмосфера в воздухе изменилась, и теперь дышать стало почти невозможно. Мир снаружи превратился в выжженную помойку былого величия. И за что нам такое? За что нам все это? Те, кто стояли там, наверху, явно не понимали, каким последствиям это все приведет. Нет, конечно, нашлись те, кто смогли адаптироваться к новым условиям, но большинство все-таки не смогло. Мне повезло. Я более-менее смог. Да и природа отчасти тоже. В этом аду я потерял почти всех, кого знал. И как мне теперь жить? Как мне теперь жить на этой земле? Этим же вопросом задаюсь не только я, но и многие другие. А пока все, что я могу делать, это гулять по руинам былого величия. Почему мы не восстанавливаемся? Ну, частично мы все-таки восстановились. Но для полного восстановления уйдут сотни и даже тысячи лет. И зачем это было надо? Тем более, что те, кто это начали, их-то уже давно нету в живых. А мы сидим, живем и пожинаем их плоды. Спасибо вам. Спасибо за то, что довели нас до такого состояния этой бессмысленной войной. Будапештский метрополитен – это самый старый метрополитен в континентальной Европе. Но мало кто догадывается, что эта подземка имеет свои жуткие тайны. Мой друг живет на восточной окраине Будапешта, а работает на западной. Для того, чтобы добираться от дома до работы, он каждый день пользуется метрополитеном. В тот день он, как обычно, сел в вагон метро и отправился в путь. Погода была ясная и солнечная. Птички пели, трамваи ходили. Ничего не предвещало беды. Однако вскоре у него появилось плохое предчувствие. Ему казалось, что в этот день должно что-то произойти. Оглядевшись на других пассажиров и поняв, что они не проявляют беспокойства, он также успокоился, после чего поезд въехал в туннель. В тот же день после работы он опоздал на уходивший в этот момент с перрона поезд. Несмотря на досаду, он все-таки остался и терпеливо ждал следующего состава. На платформе было немноголюдно. Можно сказать, что в какой-то степени она была даже пустой. Однако вскоре начало твориться нечто странное. По платформе прокатились звуки неизвестного происхождения.
источником этих звуков был тоннель. Свет опять включился. Мой друг осмотрелся по сторонам. Он не понимал, что только что произошло. А тем временем издалека уже ехал поезд. Все выглядело так, как будто бы ничего не произошло. Мой друг, как обычно, сел в поезд и поехал дальше. Но вот возникает вопрос, что это было и один ли мой друг увидел это? Ведь как и мы потом узнали, по преданию в районе этой станции находился портал в ад. Более 100 лет назад в городе Будапешт была открыта зубчатая дорога, которая вела на высокую гору. Мало кто подозревал, что за эти 100 лет на дороге заведется свой призрачный поезд. Люди рассказывали, что видели этот поезд, проносящимся на огромной скорости мимо станции. Таинственный поезд всегда пуст, без пассажиров внутри. Однако некоторые утверждали, что видели минимум одного, а максимум 5 пассажиров. В некоторых случаях, очень редко, поезд останавливается и подбирает пассажиров, которые потом пропадают на несколько дней, недель и даже лет, а иногда пропадают навсегда. Входить в поезд, по легенде, нельзя ни в коем случае. Некоторые верят, что на самом деле поезд везет не просто пассажиров, а людей, которые умерли и теперь направляются в ад. Но почему именно здесь и именно на этой дороге? Почему она отличается от многих других? Почему именно на ней завелся этот самый поезд, а не на сотнях и тысячах других дорог? Некоторые утверждают, что во время строительства этой дороги погибли десятки строителей, тела которых были закопаны прямо под пути и находятся там до сих пор. Но есть и более скептическая версия, которая утверждает, что на самом деле легенда о поезде-призраке всего лишь байка, выдуманная пьяными людьми, которые засыпали в нем и просыпались на технических станциях. Были и те, кто искали призраков на всем протяжении дороги. Однако ни одного призрака пока поймать не удалось. Однажды в лесном массиве неподалеку от этой железной дороги было найдено обезображенное человеческое тело. Свидетели утверждали, что погибший сел в тот самый злополучный поезд. Были проверены записи с камер видеонаблюдения, и действительно,
погибший сел в поезд и оттуда не вышел. С самых ранних лет я мечтал стать супергероем. Моя семья была не очень богатая, да и особо за мной не следила. Я был самым настоящим беспризорником. Поэтому на протяжении нескольких лет я спокойно ночью приходил в старый заброшенный дом и читал там молитву Люциферу. Я молился ему, чтобы однажды он дал мне какую-нибудь способность, да такую способность, чтобы я мог отомстить всем обидчикам. И вот в один из дней я, как обычно, помолился, возвращался. Выстрел. Я был ранен. Все смешалось, что-то стало утягивать меня. А потом была тьма. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда я очнулся, было темно. Вокруг была лишь одна тьма. Я понимал, что за мной что-то произошло, но я не понимал, что именно. Что со мной произошло? Кем я теперь стал? Это немного не то, чего я ожидал. И как так получилось? Все чувства сразу охватили меня. Страх, отчаяние, ужас и непонимание того, что происходит и что со мной произошло. Однако вместе с этим пришли новые чувства, уверенность, злость, ненависть. Я обнаружил неподалеку нож. Почти сразу же у меня появилось непреодолимое желание убить кого-нибудь. У меня такого никогда раньше не было. И вот я услышал чьи-то шаги. Так куда же я положил закладку? Кто здесь? Кто здесь? Это еще что за... Я смотрел тело. Неужели? Неужели я и вправду сделал это? Неужели я все-таки смог впервые в жизни убить человека? Однако, поразмыслив и осознав, что этот человек был далеко не идеальным, я немного успокоился. Теперь надо было уходить как можно скорее, пока никто не увидел это. Я ушел. Я покинул наш маленький городок и поселился в лесу неподалеку. У меня не было чувства голода. Я мог не спать целыми сутками. Но что это теперь была за жизнь? Стоила ли она того?
Эта история произошла со мной поздно вечером. Я возвращался с работы домой. Для того, чтобы попасть домой, я всегда пользовался трамваем. И вот выхожу я с работы и вижу, как трамвай только-только подъехал. Я, как ненормальный, начал бежать к нему, поскольку перерывы довольно-таки большие. И вот я бегу, подбегаю к нему и нажимаю эту спасительную для меня кнопку. Все, я в трамвае. Я могу ехать домой. Я уже расслабился для того, чтобы провести время в этом трамвае по пути домой. Как вдруг... Свет погас, была тьма. И тут неожиданно я оказался в абсолютно незнакомом мне месте. Какие-то образы. Что-то раздирало меня изнутри, я не понимал, что происходит. Опять темнота. И вот, неожиданно свет опять включился. Но что я вижу? Я оказался в абсолютно другом трамвае. Я не понимал, как? Что произошло? Где я? Как это объяснить? Я оглянулся на остальных. Моему удивлению не было предела. Все сидевшие в трамвае абсолютно не обращали на меня никакого внимания, будто бы я уже с ними давно ехал. Я мысленно задал себе вопрос. Товарищи, вас не смущает, что перед вами тут неожиданно материализовался человек? А может быть, я не материализовался, а давно еду? Просто почему-то не помню об этом. Я не понимал, что произошло, однако что-то стало меня нагнетать. Мне хотелось покинуть этот трамвай как можно скорее. Мне казалось, что он идет во тьму, а всех этих людей я когда-то уже видел в своей жизни. И тут неожиданно я обнаружил, что одна из девушек, которую я вижу, она умерла 2 месяца назад. Меня сковал настоящий ужас. А тем временем трамвай продолжал ехать. И тут, неожиданно для меня, он остановился и открыл свои двери. Я немедленно вышел из трамвая на улицу и начал осматриваться по сторонам. Я оказался в абсолютно другой части города. А трамвай же, немного постояв, закрыл двери и поехал дальше. Что это было? Что это только что было? Сориентировавшись по схеме на остановке, я поехал домой. До сих пор я не могу объяснить, что это было. Когда я рассказал эту историю одному из своих знакомых, он сказал мне, что, возможно, я мог случайно сесть в настоящий трамвай в ад. Черному ангелу так тяжело, каторжный труд Бог сложил на него. Люди не видят крылья и ним, рога и копыта мерещатся им. Черному ангелу сложная роль, должен помочь, но приносит он боль, не понимая, что это к добру,
люди злословия шлют и хулу. Черному ангелу злая судьба, белым не стать ему никогда. Белых не слышат грешные уши, порочным душам ангел черный нужен. Черный ангел, темный ангел, он пришел с улыбкой, посмотрев на мир, разрушил до основания, наизнанку вывернул душу людей, показав им плод запретный. Люди, стон, крики, боль, но и весь мир разделен. Наступил день, и пришла пора людям ответить за свои грехи. Десятки черных ангелов пробудились. Они вышли на улицы, чтобы встретить этот конец. Конец, который так давно приближался. Конец, которому никто не был готов. Это был страшный конец. Но что будет после конца? Будет ли после этого конца новое начало? Или все? Это конец всех концов. Никто не знал ответ на этот вопрос, кроме черных ангелов, которые спустились с небес, и началось. Крики, боль, смерть, разрушение. На земле воцарился ад. Мой приятель – большой фанат железных дорог. Куда бы он ни приехал, куда бы он ни отправился, он всегда обязательно поедет на железной дороге. И как-то раз однажды, волею судьбы, он решил прокатиться на Будапештской узкоколейной железной дороге. Она находилась очень далеко от города и пролегала по очень живописным местам. Однако буквально недавно там произошел очень трагический случай. Машинист одного из поездов вышел из него посреди пути и исчез. Причем исчез абсолютно бесследно, и никто не знал ни где он, ни что с ним. Но моего друга это не особо-то останавливало. Он не верил во всякие эти байки. И вот, наконец-то дождавшись поезда, он сел в него и поехал по живописным местам. Поначалу все шло очень даже хорошо. Поезд проносился по горам, мимо деревьев. А мой друг смотрел на пейзажи. Однако вскоре, когда поезд остановился на одной станции, из него вышли люди. И как итог, мой друг в вагоне остался абсолютно один. Не было абсолютно никого. Для друга это была целая идиллия, о которой он мог только мечтать. Один, на целый вагон. И проносится по таким красивым местам. Однако вскоре ему начало казаться, что он здесь явно не один.
Неожиданно чувство тревоги стало его постепенно охватывать. Он начал искать, есть ли кто-нибудь в этом вагоне еще, кроме него. Но нет, он был один-единственный, а вокруг только девственная природа венгерских лесов. Более того, поезд пронесся мимо одной из станций, на которой были люди, хотя это не было запланировано. Тут уже моего друга охватила настоящая паника. Он не знал, что делать. Тут он слышал, что сзади кто-то есть. Выглянул в окно и увидел... После этого он помнил только темноту. Проснувшись на ближайшей станции, он выскочил из поезда и сел во встречный. А этот поезд, на котором он ехал, отправился дальше. И как оказалось, мой друг правильно сделал, что покинул этот поезд, поскольку на следующую станцию он приехал уже без вагона. Венгрия – страна паприки, гуляша и удивительных возможностей. Страна, где всегда тихо и спокойно. Было, пока не пришли... Барабульки! Кинокомпания «Скотобаза» представляет самое ненужное продолжение фильма за всю историю кинематографа. Настолько ненужное, что я уверен, что большинство из вас даже первую эту часть не смотрели. Но тем не менее, продолжение с каким-то хреном все равно выходит. И это «Барабульки 2. Атака на Венгрию». Фильм, который лучше бы не существовал, но он, мать вашу, существует. Неведомое нечто, снятое по всем правилам плохих сиквелов. В два раза хуже спецэффекты, в два раза меньше актеров. Да что там говорить, тут вообще нет почти актеров. За исключением меня, несчастного голоса, которого заперли в подвале и отобрали паспорт и заставляют озвучивать все подряд, в том числе и эту хренотень. А вы что думали, кто там вам озвучивает трейлеры к вашим любимым Мстителям, блокбастерам и тому прочему? Но вернемся к нашим фильму. Барабульки 2! Атака на Венгрию! Узрите небывалый экшен и сюжетные повороты! Зачем нужен главный герой? Зачем вообще нужны герои? Ведь зрителю не интересно, что там делают герои, разговаривают их чувства и переживания. Все это зрителю не интересно. А что же интересно зрителю? Да все что угодно. Пейзажи, барабульки, снова пейзажи, поезда, там самолеты, небо, солнце, Венгрия, Будапешт. Еще немного чего-то там. Ну еще куда бы потратить свои деньги. Ну и конечно же то, сколько же человек прикончат барабульки. В фильме «Барабульки 2.
Атака на Венгрию!